Попробуй захватить цель. Вас понял, 2-3. Пандора уже у нас на прицеле. Точка назначения — воздушная база Рио-Галегас. Если Айронс хочет нанести удар в этом полушарии, это идеальное место, чтобы начать. Есть один вариант — перехватить Пандору в международном воздушном пространстве и заставить сесть. Координаты для встречи в воздухе высылаю. Понял вас. Команда надевает костюмы. Это важный шаг, Кормак. Ты нанесешь Атласу прямой удар. Хватит прятаться в тени. Ну что ж, здравствуйте, ребятушки. Всем приветик, с вами Владимир. Мы продолжаем прохождение игрушки Call of Duty. Что это за фигня, блин? Прям Бэтмен, ёлки-палки. Это я уже ползу. Прикольно, крылья отрезали, блин, какой-то фигней подцепили и забрали. Топ-то сделали неуправляемые. Прикольно, да. Группа захвата взорвала задний люк и берет груз. Всем отрядам на подходе ГБР Атласа. К вашим позициям приближаются спускаемые капсулы. Страж-2, срочно перебрось груз на хранитель. Они пунктуальны, надо признать. Так, идите сюда, блядь, сволочь.
Как вас много вы задолбали уже. Откуда вас столько тут берется, мать вашу? Вот дают. Найти путь к грузу. Похоже, тут есть проход. Ладно, пошли. Свет. Да, блин. Call of Duty, блин, отличается всем своим мастерством сделать экшен. Прикольно. Холодает. Термосистема в костюмах еле справляется. Давай, тёлка, ты где? Иди. Иди, буду замыкать. Просто лед. Все чисто. Продолжайте сканирование. Я вижу впереди выход.
Пиздец. Я вижу впереди выход. Не останавливаемся. Да капец какой-то. Нам нужно найти выход на поверхность. И поскорее. Мы можем пойти отсюда по течению. Не думаю, что у нас есть выход. Я пойду впереди. Митчелл за мной. Илона, прикрывай с тыла. Да, весело. Ой, извините за запиночку. Идем. Боже, как красота, блин, графика, конечно, улетная, блин. Тут даже не обсуждается. Следи за своим термометром. Че, нырять теперь придется? Да. Осторожно! Нажмите не назначено, блин. Что не назначено? Пиздец, придурки. Запад.
Клади их быстро! Давайте, надо идти! Смотрите под ноги! Впереди противник! Раны! Да. Это страж 2-3. Груз все еще у хранителя 5. Приближаемся к их местоположению. Как поняли? Огонь из Эми, Митчелл! Достали эти блядские дроны, нахуй. И куда тут, бляха, уходить дальше? Они взяли груз. Кингпин, это Страж 2-3. Хранитель 5 погиб. Груз у Атласа. Идем на перехват. Слышу вас хорошо. Высылаю на вашу позицию транспорт. Я пойду вниз, попробую их выманить. Илона, убирай тех, кто отстанет. Илона, открывай огонь, как только окажемся на позиции. Блять, опять нахуй, это что за херня, блять?
Только сейчас, Гидон? Ты мог уйти из Нью-Багдада с нами. И хлопали бы ушами вместе. Вопросов было слишком много, я должен был найти ответы. Айронс планирует предупредительный удар по США. Он втайне разрабатывал биологическое оружие. И мы должны пойти за тобой? Хотел бы он нас убить. Нас бы уже не было. Айронс предал все, во что я верил. Я хочу закопать его не меньше, чем ты. Хочешь остановить его, доберись до груза. Ладно. Тогда веди нас. Да, замутки тут серьезные. Кормак, хватайте стингера и прячьтесь. А где мой зингер, блин? Атлас 2-1, мы готовы, забирай нас. Мы покончили со стражником. Вас понял, Гидеон. Повезло вам, мы уже собирались улететь без вас. Груз в безопасности? Так точно, Дэл. Целости и сохранности. Да брось ты тут, тут параш. Эвакуация! Идем на вашу позицию! Мы теряем груз! Капец нафиг. Достали нахрен. Да, блин, капец какой-то. Вот такие вот дела, ребятушки. Да, Call of Duty своим чудо-экшеном славится всегда. Ну что ж, спасибочки всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Продолжение будет следовать, конечно. Добьем эту игрушку до конца, конечно, уже ее давно прошли, уже кто-то смотрел, но все равно, как бы не было, мне интересно. Может, кому-то еще интересно ее досмотреть уже до конца. Потому что у меня там была небольшая паузочка, там, ну, были такие нехорошие дела, конечно, но ничего страшного. Слава Богу, все хорошо, всем спасибо, до свидания, с вами был Владимир, до следующего видео. Всего хорошего, подписывайтесь на канал, много есть чего интересного посмотреть. Так что, до свидания, всего хорошего.